Максим Галкин вышел к азербайджанским зрителям с песней, создающей прекрасное настроение. Спасибо, спасибо. Мне сегодня очень приятно и почетно приветствовать президента Азербайджана здесь, в зале, первую леди. Спасибо, что вы посетили мой концерт. Максим Галкин подчеркнул, что часто приезжает в Баку, что наш город с каждым годом хорошеет. Шоумен даже сказал несколько слов на азербайджанском языке. Азербайджанский язык. Мен Азербайджан делин ойренмешем. Мен Азербайджан делин да данышерам. Аманада нышерам озюм бельмерам. Спасибо. Максим Галкин выступил перед зрителями шоу «Стендап». Он представил пародии на песни известных российских и европейских мастеров, в том числе Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Тото Кутуньо, Джо Дассена и других известных исполнителей. Представленные Максимом Галкиным программы включают пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Он чувствует аудиторию и поддерживает контакт со зрителями на протяжении всего шоу. Не стал исключением и этот вечер. Одним из интересных моментов вечера явилось исполнение Максимом Галкиным песни «Синяя вечность» из репертуара всемирного известного певца и композитора Муслима Магомаева. Аплодисментами встретили зрители песню «Арлекино» из репертуара всемирно известного мастера Аллы Пугачевой. На вечере, продолжавшемся 2 часа, не прекращались зрительские смех и улыбки. Творческий вечер подарил всем доброе настроение. Спасибо.